5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Брэндон. Обычная база, для которой нужна одна C4, которую я не взял, кстати говоря. Ну да, у меня же ее, в принципе, нету на базе, у меня только вот эти остались. Хотя где-то, по идее, были, ну хрен знает где. Здесь ломать ничего не надо, бесполезно, тут ящиков внутри нету, разве что пару станков, но там тоже внутри, интересно, ничего нету. А надо зайти именно вот сюда, где можно взрывать. Тут такая комнатка есть, 3 на 3, которая находится, сколько там, 5-6 ящиков. Да, 5 ящиков. Готово, от двух волн избавился, все ящики открыл. Какая-то пары сюда переместил, хотя... Вот 3 оставлю. Это у меня украли, это у меня украли. Это я заберу. Если тут ничего интересного же не найду, правильно? Красный талончик. Это у меня сперли. Блин, это флешки, батарейки. Хотя батарейки, ладно. Флешки, фонарики. Забирать буду все. Раз такое дело. Часы. Ну, пока все. Бензинчик, это хорошо, гаечный ключ тоже неплохо, резиновые детали, подшипники, больше ничего. Дальше, это схаваем. Пивасик у меня украли, правда, 2 штуки, но не суть, и воды у меня украли. Вот этот лут, который я потерял. Заберу еще 40 бутылок воды на всякий пожарный. Здесь, о, ну, хотя бы что-то. Кстати, вот мой пивасик. Дубы есть, кожа есть, микросхемы. Так, ну, в принципе, вот, уже как бы хорошо, но это не окупает затраты. Ну, то есть, фишку это никак не окупает. И это немного печально. Так, это я сюда пока сложу. Ну, разве что дубы. Ну, 10 штук, такое себе. То еще удовольствие. Так, едем в далекие края. Кстати, кто спросит, это рюкзак, который я получил с помощью вот этой вот хрени Амазона. Нет, я не специально покупал, у меня всегда был аккаунт, уже лет 6, как, наверное, существует Amazon Prime. Но здесь в Европе это в порядке вещей. У каждого второго человека есть этот аккаунт Amazon Prime. И это сейчас не реклама его, а просто сам факт, как говорю. Мне даже, ну, по сути, для меня это было бесплатно, потому что я и так покупаю годовой абонемент себе, чтобы посылки приходили бесплатно. А посылок я заказываю довольно много. Это мой такой магазин всего и вся. Так, в принципе, прикольный портфельчик, мне нравится. Правда, плохо детализирован, но хрен с ним. Что-то необычное. Так, ну вот он весь лутец, в принципе, что это, ресурсы обычные, кроме, ну, батареек, разве что, телефонов, часов, дубов. А так все обычно, стандартно, как и мы привыкли видеть на всех топовых базах, ничего особенного. Ну а на этом все, надеюсь, ролик вам понравился, вы оцените его лайком. Пока-пока, до скорых встреч.